Новая выставка «Возвращение. Долгий путь домой», которая заработала в Ленинском мемориале, для ульяновцев стала настоящим открытием талантливого художника русского зарубежья Александры Азовцевой. Долгое время художница жила и работала в Китае. Именно ее глазами мы можем взглянуть на переломный момент в истории страны восходящего солнца – культурную революцию. Китайцы хотели эту коллекцию забрать себе. И вообще многие хотели получить эту коллекцию или в дар, или купить. Но вот подруга Азовцевой и Глебова, она завещала Азовцева ей познакомить российскую публику с ее творчеством. Она все то, что сохранилось, она передала. На открытии выставки было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве между Ленинским мемориалом и Национальным фондом поддержки правообладателей. Сегодня Ленинский мемориал действительно принимает удивительный проект, который будет путешествовать по России, и действительно вот это ваше тонкое философское название «Возвращение домой». Я думаю, что все иммигранты хотели вернуться домой. Художница добилась успехов не только в живописи. Она была прекрасной вышивальщицей. В ее коллекции портреты многих знаменитостей. Азовцева была прекрасным скульптором и делала эскизы для театра. На выставке представлено более 60 ее работ маслом, углем, пастелью и аппликация. Выставка будет работать до 26 июля. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.